Итак, добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте, дорогие любители самбо. Второй день первенства мира среди юниоров, юниорок, юношей, девушек, кадетов и кадеток продолжается. И сейчас финальные встречи девушек и юношей 16-18 лет. И солнечный Ереван принимает это первенство мира в прекраснейшем дворце спорта Карена Демирчана. Генеральный спонсор, генеральный партнер турнира компания «Роснефть». И мы смотрим все это благодаря телевизионной команде «ФИАС». Итак, первая финальная встреча, весовая категория самая легкая у девушек. Вот и все. Анастасия Барабаш болевым приемом выигрывает у монгольской спортсменки. Это было не так-то просто. Весовая категория 47 килограмм. Мы поздравляем сборную команду ФИАС-1, если можно назвать это сборной командой. Нельзя. Команда ФИАС-1. Евгений Насыров, тренер.